Этот источник в центре Великого Бурлука рукотворный. Скважину глубиной 60 метров пробурили для подпитки системы водоснабжения. Излишки воды льются через отверстие рядом. Раньше это была обычная дырка в земле, вспоминают местные жители. Воду набирали кружками. Несколько лет назад местные власти устроили над родником навес с аистом. Мы вопросы задаем, что ж лелека, а подойти-то? Как подходить сюда? Вот это все болото. Вот я из дому приносила даже доски, чтобы перейти к этой водице. В рамках проекта Степана Гавриша «Чистое джерело» активисты расчистили участок, забетонировали площадку у родника, подновили пешеходную дорожку, намерены установить освещение. Это в Бурлуке единственное, наверное. Больше нету. Вот это весь Бурлук ездит сюда. Вы сами видели, что через каждые 15-10 минут, а когда нет воды, здесь выстраивается очередь. Человек по 60. Ну а сейчас уже все сделано красиво и облагорожено. Восстановлением источников питьевой воды благотворительный фонд Степана Гавриша «Берег надежды» занимается с апреля. В 5 районах области расчистили и благоустроили около 20 родников. В планах активистов восстановить еще сотню источников питьевой воды. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».